есть специальные рычажки, они нажимаются с двух сторон, тем самым коляска складывается в чемодан. Также у нее есть специальная ручка для переноса данной модели коляски. Вот здесь вот фиксатор, он с фиксатора снимается, тем самым коляску мы раскрываем. Можно, получается, ножки у нее опустить, можно поднять. Таким вот образом вот эта передняя планка расстегивается. Тут с двух сторон кнопочки идут. Коляска ложится, садится. Здесь есть специальные ремни, получается. Они затягиваются между собой. И тем самым мы поднимаем спинку коляски. Вот таким вот образом. Потом здесь на прищепку на нее нажимаем, вытягиваем, и она тем самым ложится. Вот эту часть можно увеличить. Эти вот части мы подвигаем назад, и внутренняя часть у нее тем самым увеличивается. В комплекте идет матрасик, такой вот беленький, кожаные оплетки, вот сюда вот, чтобы не затиралось быстро. При складывании можно коляску складывать вот такой вот удобный чехол.